Глава Пентагона неожиданно прибыл в Ирак. Министр обороны США обсудит борьбу с Исламским государством. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом, передает агентство Reuters. Сообщается, что Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны и обсуждения дальнейших шагов в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над ИК в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года. США строят новую военную базу в Ираке. Напомним, 20 августа по приказу главы правительства страны Хайдера Аль-Абади началась операция в городе Тал-Яфар. По материалам сайта newsgra.com.